Вы спросите, кто? Гонь в пальто. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Сегодня я вас приглашаю в город Губкин. Мы посетим одно из красивейших мест этого города – городской парк. Здесь есть места для фотосессии молодожен. Здесь люди кольцами скрепляют свою жизнь навеки, которую уже никогда не разорвать. Ну а кто любит побатонить, можно и побатонить. Хорошо. Полюбоваться на чудесный фонтан. Ну а здесь красотой парка могут любоваться не только люди, но и бобры. А также здесь есть чудо-юдо. О, впереди нас ждет какой-то туннель. Ух, мы прошли этот туннель. А здесь еще один мост, по которому тоже можно пройти. А вот обернитесь, там же очень много всяких качелей, развилок. Да, очень красивый парк. Глянь, какая прекрасная лавочка для отдыха. А это амфитеатр. Тут наверняка выступают знаменитые музыканты и показывают кино. Просто поглядите, какие тут места для отдыха. Можно устроить настоящий пикник. Посмотрите, какие тут балкончики. Можно посидеть и полюбоваться на красивую воду. Посмотрите, какого цвета вода голубая. Наверное, где-то здесь бьют разбитки. Здесь плавают утки, летают птицы. Просто красота! Посмотрели на природу, а теперь можно потренировать руки. Можно залезть, да, посмотреть. Можно качнуться разок на круглых, обычных, овальных. И можно залезть наверха. Здесь даже водятся черепахи. Ну что, у нас родилась идея поплавать на лодках вот таких и приплыть к фонтану. Будет круто. Да вот так мы и плывем. Вон он фонтан. Но к фонтану близко нельзя. Ну как, классно? Да, конечно.
Вообще эмоции, да, у нас какие? Мы разогнались с такой скоростью. Рули, рули! Здесь есть лавочки, на которых можно сидеть и любоваться чудесным видом этого пруда. Ну вот, наша прогулка в парке кончилась. Всем пока, а я на выход.